Невеселый списочек. Мирно не павшим. Всего день на планете. Предпочитая черноту космоса. Да, и я тоже. Рейнс говорил о каком-то E3N. Не слышала? Никак нет. В четырехзвездочных рукавах Рейни всегда есть пара. Он полетит на церемонию вместе с нами. Не называй его так. В лицо не буду. Расступись. Проходите, лейтенанты. У службы свои плюсы. Нас ждет самолет. Дешевая показуха на потеху толпе. Это работа с общественностью. Это пропаганда, все. Мы потеряли четверых и устраиваем праздник. У нас связаны руки. Отдохни-ка сегодня, Рейс. Это приказ. Ты не можешь мне приказывать, мы равны по званию. Очень остроумно. Еще что? Кажется, это E3N. Так точно, сэр. Старшина первого класса, E3N. Улучшенный тактический гуманоид, модель 3. Потрясающе. Так и есть. Зовите меня Итан. Твои задачи. Я приписан к возмездию, командир капитан Олдер. Боевая программа есть? Лучшая. Увидите. Похоже, ты действительно крутой вояка. Ну что вы, не смущайте меня, сэр. Отойди, Итан. Я еще не настолько старый. Приветствую, адмирал. Что ж, теперь все познакомились. Можно и стартовать. Так точно, адмирал. Есть шестая корона, проводит вас на возмездие. Принято. Флот 6 возмездие. Главный на борту. Идем к вам. Принято, шестой. Возмездие ждет вашего прибытия. Вы хорошо скрывали проект Итан, адмирал. Олдер знал. Первая модель боец. Впечатляющая. Представим его на сегодняшней церемонии. Вы же знаете, что я робею на сцене? У тебя есть чувства? Да, лейтенант, вполне. У меня мозг человека, фермера. С ума сойти, серьезно? Ни в какой мере, мэр. Попалось солнце. Вот и нет. Уатис сегодня сверхурочные, да, адмирал? Полно бортов, но система всегда на чеку. Итан, ты знаком с системой авиаперехвата? Железный щит Земли, основная огневая мощь. Воздаяние, это Ворон-6. Разрешите посадку. Принято. Шестой, посадку разрешаю. Адмирал, сэр. В чем дело, Итан? Орудие Азис. Кажется, они наводятся на наш флот. Тревога! Пилот ранен! Я к штурвалу! Вверх, вверх! Бесполезно! Не слушается! Эсминцы! Внимание всем! Стрельба в башне Атис! Вероятность террористической атаки! Повторяю! У нас стрельба! Это не учение! Все вы способны единицы! Немедленно к бою! Мы падаем! Держись! Я в порядке! Они стреляют в гражданских! Вот, возьми! Ах.
захватили Атис и расстреливают наш флот! Надо подняться на башню и вернуть контроль над орудиями! Прикрой! Один, как слышно? Системы связи повреждены. СДМ прорывается к башне! Надо вернуть контроль над Атис. Остальное сейчас не важно. Нет, бесполезно. Боевые частоты заглушены. Вот, я нашла осколочные. Отлично. Работаю! Прикрой меня!
должна быть уже близко. Тут полно гражданских, смотри, куда стреляешь. Зачем они стреляют в гражданских? Не знаю, Итан. Пушки Атис все еще стреляют по нашему флоту. Чтобы спасти город, нам надо проникнуть в башню Атис. Стойкий подбит! Осторожно! Право! Право! Куда нам идти? Дальше по улице! Огонь! Собираемся! Держимся рядом! Продолжаем идти, башня! Итан! Вперед! Веди нас! Есть, сэр! Впереди гражданские! Не стрелять! Вы в порядке, сэр? Уходите в укрытие! Уходите с улицы! Укрывайтесь в домах! Слева, по лестнице! Слышишь? Что-то приближается! Берегись!
Сэр, связи по-прежнему нет. Башня Атис прямо перед нами. Подойдем поближе. Они сразу вам отвечают. Огонь по ним! Граната не побота! СДФ рвется к власти уже много лет, Итан. Они знали, что здесь собрался весь наш флот. Вперед, выходим! Внутри движение. Рейс, займись дверью, я прикрою. Закрой его. Заткните ее! Вас поняла! Куда? Быстро! Марш! Не достану! Шевелись! Туда.
Живей, Рейс. Я за тобой. Держите, сэр! Что это? Модуль сломан. Позволяет перехватывать управление ботами. Действуйте, лейтенант! Подключайтесь! Так, подключился! Отличная работа, лейтенант. Ценная штука. Оставьте ее себе, сэр. Внимание всем! Группа золота под обстрелом. Продвижение невозможно. Нужен огонь на подавление. Затмение. Это номер первый. Как слышно? Отлично, адмирал. Какие указания? Отработайте главными по башне. Надо прикрыть наземных. Есть, сэр. Начинаю работу. Срежем здесь. Лейтенант, поднять шакалов для поддержки с воздуха. Принято, сэр. Рыча! Возмездие, это 1-1. 1-1, возмездие на связи. Крок, СКАР-3 на вылет. Работа по земле. Принято, лейтенант. Расчетная минута. Номер первый золоту. Авиация на подходе. Как только они ударят, берем высоту. Отмене! К бою! Вызываю огонь! Цель отмечена! Принято! Цель подтверждаю! Начинаю работу! Огонь! Огонь! Хорошо отработал, приятель! Цель отмечена. Принято. Шесть, займитесь правым. Видим цели, у стены. 3-1 на связи, жду приказаний. 3-1 на связи, жду указаний.
Группа «Золото», статус! 2-4 на месте! Слева! Это 2-6 на месте! Вызываю огонь! Цель отмечена! Ладно, начали! Принято! Цель подтверждаю, начинаю работу! Огонь! Огонь! Хорошо отработал, Леонид! Выходим из боя! Один. Цель отмечена. Принято. Захожу на цель. Пушки, пушки, пушки! Хорошо отработал, приятель. Вызываю огонь! Цель отмечена! Принято! Цель подтверждаю! Начинаю работу! Огонь! Огонь! Яблочко, Леонид! Чисто! Понял! Выходим из боя! Сэр, там засел отряд СДР! Понял! Занимайте оборону! Скар пойдет внутрь! Подключить к камерам Атис. Что там творится? Есть, сэр. Начинаю передачу изображения. Осталось 10 кораблей. Флота ЮНСА больше нет. Начинаю ликвидацию системы Атис. Марш свечен. Идем, быстрее! Веди нас, Лейтенант. Итан, вперед! Джекпот! Внимание всем, повторяю, джекпот! Смени робота, отведи пленников в камеру. Старшина, запускай Атис, корабли противника все еще здесь. Так точно, адмирал? Силы САТА засели снаружи и развертывают БП. Понял. Пойдем посмотрим на этого ублюдка. Осмотреть его надо. Обойдусь. И документы есть. Это он. Майкл Аарон Пейдж, инженер-механик, стаж 2 года. Спящий агент СДФ. Имя не мое. Это кличка идиота-землянина. А твое имя? Командор Акил Минрая. Фронт обороны колоний. Операция на Европе? Ты начал войну. И я ее закончу. Адмирал, данные о целях для Атис почти готовы. Быстро ты, Итан, молодец. Вы оттягиваете неизбежно. Увести. Марс, вечер.
Стоять, десант! Дай мне 5 минут наедине с этой тварью. Солт. Столько невинных жертв, Рейс. Отомстим за них в бою. Ладно. Готово, сэр. Пошли! Внимание всем! Это Скар 1-1. Атис снова под контролем ЮНСА. Повторяю, Атис под нашим контролем. СДФ отступает. Рейдер главному. Нам с лейтенантом Солтер нужны птички. Есть, сэр. 3-2, сопроводит их к вашей позиции. Подтверждаю. Итан, это за нами.